Друзья, всем привет. Значит, много вопросов постоянно в комментарии и вообще пишут, что значит по поводу индукционной плиты, про ее состояние, значит, что она сильно царапается. Поэтому я сейчас снимаю в максимальном качестве в 4К в 60 кадров в секунду, чтобы вам было максимально видно, насколько много царапин на плите спустя 5 лет. Значит, для этого я плиту максимально сейчас помыл, потому что когда она слегка грязная, царапин не видно. Но когда она чистая, совсем чистая, сейчас я ее намыл, то, конечно, царапины есть, но они все мелкие. И сейчас мы с вами посмотрим на эти царапины. Значит, на расстоянии их не видно, они есть. Видно только, смотрите, я сейчас включу вытяжку освещения, у меня тут лампа, ну еще наверху лампа. Чтобы вы понимали, освещение максимальное. Вот давайте посмотрим, какие царапины от посуды у нас на плите спустя 5 лет. Чтобы вы понимали, ногтем она чувствуется. Вот здесь вот одна есть такая крупненькая, не знаю от чего, остальные все мелкие, совсем микро-микро. Здесь тоже есть. Так вот, вытяжку выключил, смотрите, вообще не видно. Сейчас вот этот выключу свет. Ну, вообще царапин не видно, как новое, чтобы вы понимали. Видно только, еще раз повторю, это при максимальном освещении, то, что я тут устроил в иллюминацию, и когда она сильно намыта. Когда она грязная, естественно, эти все царапины, они забиваются, вот смотрите, она как новая. 5 лет готовим каждый день. Так что вот на этом всем, я думаю, всем понятно, что качество здесь совсем неплохое. Вот так вот. Наверное, на этом все. Всем пока.